Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу Майнкрафт в HD. Это, собственно, полноценная новая игра, которая переносится в 2D мир Майнкрафта. Надеюсь, многим эта игра понравится. Ну что ж, друзья, давайте рассмотрим. Во-первых, сейчас мы как бы находимся в креативе, но и в то время мы находимся в режиме выживания, где мы можем ломать блоки, также их ставить и делать все, что мы захотим именно в этом мире. Мир генерируется бесконечно, так же, как и в нашей игре Майнкрафта. К примеру, камень голой рукой будет ломаться очень долго, в отличие от земли. И, друзья, здесь очень много всего. Также, как я сказал, мы можем здесь размещать различные блоки. К примеру, вот этот кактус, руду. Также можем брать предметы, инструменты, вещи и многое другое. В том числе и наших мобов. К примеру, сейчас давайте возьмем лошадку и заспавним ее где-нибудь далеко-далеко. И, друзья, вот она у нас появилась, наша лошадка. А дальше мы можем, к примеру, разлить вот эту лаву. И, как видите, она очень красиво растекается. Это просто красота. Можем что-нибудь... Ну и, собственно, так делать вы можете просто бесконечно. Это вам обязательно доставит радости, особенно в таком Майнкрафте. Можно сказать, что мы выживаем на мире, который состоит из одного блока. Друзья, эта игра напоминает Террарию. Да, но не путайте эти две игры. Это совершенно разные вещи. Да, текстурки, мобов и многих других просто зашкаливают. Также, друзья, здесь лошадку мы не можем, не приручая ее. Друзья, это просто игра целиком скопированная с Майнкрафта, которая превратилась в 2D. Да, если вы хотите поиграть в такой Майнкрафт, то можете перейти в описание и скачать его. И, надеюсь, вы будете рады. Ну, собственно, все ждем. Дерево горит очень быстро. Если не ошибаюсь, то это у нас елочка. Ладно, давайте тогда поднимемся дальше и сломаем вот этот блок, который нам мешает подняться вверх. К сожалению, мобы здесь не горят, и это очень плохо, потому что я хотел немного пошалить, но у нас это не получится. Друзья, пейзажи просто красивые. Вот эти горы просто очень красиво выглядят в Майнкрафте. Ну, собственно, за такую красоту вы обязательно должны поставить лайк, а также не забыться и подписаться на мой канал. Ну а, друзья, скачать, как я сказал еще, вы можете через описание. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Как я сказал, ставьте лайки и делайте все, что хотите.